Возлюбленные Христе, отцы, братья и сестры, в этот светлый и радостный праздник Рождества Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа приветствую вас словами, которыми ангел Господень обратился к вифлеемским пастухам, а в их лице каждому из нас. Возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. Когда Господь живет в нашем сердце, ничто нам не страшно. Вечные ценности, вечная жизнь, вечное спасение, Евангелие становятся основой нашей жизни, помогают нам понимать все, что происходит вокруг нас. Блаженный Августин призывает каждого из нас: «Пробудись, человече, ибо тебе ради Бог соделался человеком». Именно поэтому так важно воспринимать всем своим умом и всем своим сердцем благую весть о Рождестве Христовом, о событии, несущем спасение, дарующем твердое основание нашего бытия и вселяющем надежду. Ибо кто имеет общение с Господом Иисусом над тем, по слову преподобного Симеона Нового Богослова, никогда не возгосподствует грех, так как христианин в самом Христе живет и движется и пребывает. Наше осознание таинства Рождества Христова не должно быть пассивным и эгоистичным. Наши дела и слова, повседневное духовное делание, молитва и борьба с грехом, отношение к другим людям преображаются радостью о Боговоплощении. Дорогие отцы, братья и сестры, в этот торжественный день сердечно поздравляю всех вас со светлым и радостным праздником Рождества Христова и Новолетием. И молитвенно желаю благодатной помощи Христа Жизнодавца во всех благих делах и начинаниях в наступающем году благости Божией и во все дни жизни нашей. С праздником Рождества Христова! Христос рождается! Славим Его!